Церкви русские столпы непоколебимы, благочестие правило, жития евангельского образе, священном ученичьяне, Христа ради пострадав и даже на крови, Его же моли усердно, яко начальника и совершителя спасения, Русь святую утвердите православие до скончания века. Восхвалим верни изрядного во святителях и славного в мученицах Иоанна, православия, поморника и благочестия ревнителя, земли русские красное прозябение, и же страданием небесе достиже, и там отепле молит Христа Бога, спастися душа. Боголюбимый русские церкви был еси, гонение лютое претерпевая, день и ночь молитвы подвязался еси, священном ученичье Иоанне, огнем ревности и духом кротости, пасту твою ко Христу путеводя, тем тя любовью почитаем. Верен Богу и церкви был еси даже до смерти, священном ученичье Иоанне. Ныне же слики нам о мученик и исповедников российских, предстоя Христу Царю, молися с ними прилежно, даровати нам мир и велию милость. Душевное и телесное страдание Твое, и смерть вольная от безбожных за Господа, отверзоша ти святе Иоанне, врата жизни вечные, и укрепиша братьев твоих исповедать и Христа, тем же ему молися присно, да утвердится православие на Руси.